Всем привет! Сегодня поговорим о новостях Турции. Как видите, долго подобное видео у меня на канале не выходило, потому что вроде бы новости есть, но они в общих чертах такие же мировые. Я просто думаю, что вы об этом знаете. И сегодня в этом выпуске я хочу просто рассказать, о чем здесь сплетничают, обсуждают, разговаривают местные жители, что в их кругу внимания, что их интересует, какие темы на телевизоре, о чем, собственно, люди здесь говорят между собой. Да? То есть, если ты встречаешься с каким-то знакомым о делах погоде, а потом о каких-то вот этих вот новостях в стране и в мире в целом, что люди обсуждают, что им интересно. Ну, к сожалению, моему большому, последнюю же неделю идут военные действия, война между Арменией и Азербайджаном, и Турция, скажем так, без каких-то сомнений, резко стоит за Азербайджан на их стороне. Это самая главная тема сейчас последней недели обсуждений, самая горячая тема, которая обсуждает во всех чайных заведениях, в семью, в круге семьи вашей, да, за столом, да хоть где, короче, то, о чем сейчас все говорят вокруг. Сами люди, да, я пытаюсь объяснить не саму новость, да, настроение отношений к ней людей, сами люди против какой-либо войны вообще в мире, да, против всего этого, подобных действий, потому что страдают и погибают люди, но турки просто, естественно, на стороне Азербайджана. И они, это все очень пропагандируется с телевидения, эта тема очень обсуждается, это тема вечерних новостных программ. Конечно, я вообще не политик, и я просто себя что хочу сказать, да, варясь вот в этом всем информационной вот этой каше здесь в Турции, отношение людей к этому вот такое. Никто бы не хотел оказаться, скажем так, на этом месте, чтобы у них это произошло, но они на стороне Азербайджана в этой ситуации, в большинстве своем, есть кто за, кто против, естественно, и так в общей массе. Лично я что хочу сказать, мне вообще, я стараюсь в последнее время новости телевизора вообще не смотреть, ни турецкие, ни русскоязычные, никакие, ничего. В основном информацию получаю из интернета, потому что, как показывает практика, это всегда более объективные какие-то источники в последнее время. Но я могу сказать, что мне очень грустно и очень печально видеть то, что мы живем в 21 веке, а люди до сих пор могут погибать. Это может быть у нас вот буквально под боком, под носом, это все практически рядом с нами, да? Люди умирают от того, что они в межнациональном и в политическом конфликте территориальном находятся. Ну, казалось бы, такие уже простые вещи, но, знаете, прогресс и технологии не решают подобных проблем, когда люди не могут между собой договориться. Я, не вникая в эти проблемы и нюансы, кто прав, кто нет, я вообще не об этом, это не моя какая-то задача, я просто констатирую сам факт, что происходит, мне от этого очень сильно грустно. Я желаю всем, кто как-то в этом завязан или как-то к этому относится, к этой ситуации, мне очень жаль людей, и я всей душой желаю того, чтобы это скорее, этот конфликт, вооруженный военный конфликт, скорее бы закончился. Потому что из нас, по сути, каждый может оказаться в этой ситуации, и это очень-очень страшно. Давайте дальше продолжим. Другая новость. В плане новостей Турции обсуждаемых популярных, это естественно. На втором месте конфликт с Грецией, который идет из-за газа, находок нефторождений газа в море. И такая прям эскалация конфликта уже была до вот этого военной ситуации, она с Азербайджаном, она перетянула на себя, естественно, все это ушло на второй план, эта новость, но все равно тема уже долгая, уже пару месяцев напряженные вот эти отношения, и начались военные учения, то есть как бы, типа, ну, показания, естественно, очень вся эта история, так все страны делают, да, к этому месту начали стягиваться военные учения, техника военная, всякие призывники и все прочее здесь с турецкой стороны, и начали показывать, да, что мы вот так можем, и вот сяк, то есть такие как бы угрозы такие, да, друг другу, но ни одна из сторон не отступает, конфликт этот до сих пор как бы в подвисшем состоянии, и это тоже очень важная тема, и турки, конечно, несменно были рады тому, что найдены месторождения газовые, это бы очень экономически и людям бы очень помогло. Но опять же, вот в момент вот этого конфликта, кто прав, чье это, вот эти права какие-то, это, ну, такой вопрос, конечно. Каждый, я так хочу сказать, каждый думает о себе в этой ситуации, и турки, конечно, на своей же опять стороне, что они правы, потому что каждый хочет для себя что-то хорошее. Я просто вам так объясняю, да, ситуацию. И по короне хочу что отметить. Как бы началась вторая волна в мире короны. Я считаю, что она не заканчивалась, и первая. Просто сезонные гриппы, заболевания, они
подхватывают и корону, и просто, в принципе, заболевших людей больше гораздо, не только короны, просто статистика поэтому растет. Могу отметить, что у нас очень-очень стало строго с масками. Очень много полицейских в Стамбуле, я про Стамбул, на улицах. И буквально позавчера я ехала в такси, и таксист, увидев полицейских на улице, он ехал в своей машине, я была в маске, и он увидел полицейских, он сразу постоянно начал натягивать на нос маску, и мне сказал, говорит, представляете, моего друга вчера штрафовали на 900 лир, это 9 тысяч рублей, я вам уже об этом говорила, таких штрафов, потому что он в аэропорту Стамбул, просто с носа вот так снял маску на лицо, просто подышать. У него, говорит, борода такая. Ему, в принципе, он больной человек, астматик, ему тяжело в маске находиться. И он чуть-чуть приснял вот так маску, но она, говорит, на лице вот здесь как бы, по сути, болталась. Многие вообще так ходят, да, по улице. И когда видят полицейских, там просто ее надергивают. Или там, заходя в магазин, маску. И его оштрафовали, говорит, полицейские на 900 этих лир. И вообще никаких как бы доводов, состояния здоровья, ничего не спрашивают, просто штрафуют. В общем, такое... Как он это назвал? Такой масочный рэкет вымогательства. Говорит, ну, какие-то рамки есть, но по здоровью тоже, говорит, не все могут в масках ходить. Я, кстати, с ним абсолютно согласна. Моя личная, честно скажу, проблема. У меня просто от маски парниковый эффект на лице, и очень долго в жару находиться в маске очень тяжело. У меня тоже проблемы с дыханием, честно. Мне кажется, маски уже настолько вошли в нашу жизнь, стали частью нашей жизни, что... О боже, это уже стало таким нормальным, обыденным, и я уже просто, да, из дома без маски ты не выходишь, ну, короче, это печально, ужасно, честно говоря. Я думала, что ситуация с короной, наши карантины, сидение дома, какие-то ограничения людей многому чему-то научат, но, как показывает практика, нет, просто сейчас жизнь все точно так же, люди не стали друг друга больше ценить, помогать, любить. Просто стали носить маски, а все так же, как и раньше. Улучшение мира социального, людей, да, общение их, заботы друг о друге, может быть, открытие каких-то вот этих новых своих качеств, черт. Я этого вообще в людях, к сожалению, не вижу. Для меня лично, как для психолога, это грустно. Я надеялась, что чему-то люди научатся. Но я думаю, люди больше научились обходить какие-то законы, лазейки находить и все в таком роде. Вот такие у нас самые горячие топовые три новости, это корона. Ну, корона, честно скажу, она сейчас вообще на последнем месте, об этом мало кто уже говорит, всем наплевать. Школы у нас вернулись к обучению в таком, ну, дети учатся на дистанционном. С самого начала сентября, там у нас середина сентября, я имею в виду, с самого начала обучения, учебный год начался с дистанционки. Бедные родители ругаются на эту дистанционку, потому что заваливают сайты, не могут они зайти, не могут получить задания. Это вообще просто ужас. По сути, обучения у детей как такового качественного вообще нет. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок был образованным, получал знания, сиди с ним сам, объясняй задания, будь, короче, учителем, вот и все. Но не у всех на это есть время, обычно люди работают, если что, никто над своими детьми так сидеть не может. Не у всех есть те же гаджеты, планшеты какие-то, чтобы всем этим пользоваться, не у всех финансы на это позволяют. Короче, это огромный... В Турции вот эта система обучения, это огромный большой провал, я бы сказала, вот не больше и не меньше. Просто ужасно. Все просто плюются, ругаются. Если это частные школы, там, конечно, получше и оснащение, и сама ситуация, но в государственных школах вот так. По поводу садиков, они работают, кто работает, кто нет, кто на каком-то сокращенном режиме, то есть индивидуально каждая это для себя, владелец там частной школы, садика решает график работы и все прочее, где мало детей, кто может позволить дистанцию, они, частные, например, школы, некоторые работают, позвали первоклашек, они ходят там не каждый день в школу, а пару раз в неделю только, ну, чтобы у них дисциплина какая-то, да, была, то есть как-то детей стараются разграничивать, разводить, или там есть, я слышала, что старшеклассники только на удаленке, младшие классы чаще ходят, средние поменьше. То есть все равно какой-то контроль, что-то типа видимость какой-то учебы. Это не настоящая учеба, как она должна быть, когда у детей есть дисциплина, график и успеваемость и знания, которые они должны получать. Мне кажется, вообще школа в принципе нужна в большей степени не для знаний, а для навыков жизни, для дисциплины, для вот этого режима жизни, чтобы ребенок, да, приучался к коллективу, к общению, для взаимосвязи и коммуникации. Это в первую очередь, а знания это уже вторично, потому что каждый там по-своему усваивает знания, кому-то это идет, кому-то это не идет и все прочее. Но вот этой вот самого костяка, зачем нужна школа, образование для детей, вот эта закладка, ее сейчас в данный момент уже второй год, второй сезон получился, да, с зимы вот и сейчас, второй учебный год начался в этой системе, ее, к сожалению, нет, дети теряют это печально.
Что еще хочу отметить по поводу образования? Могу сказать, что все ждут заявления Министерства здоровья, медицины, как это, Саалык Башканы. В общем, Министерство здравоохранения Турции, что будет в октябре. Будут смотреть статистику, и, конечно же, самый пик гриппа всех вот этих историй короны будет это октябрь-ноябрь месяц в основном. И будут смотреть, все-таки все сядут дома до конца. Сейчас пока что вообще непонятно в рандомном порядке, выборочно, кто как учится, занимается, непонятно по сути. В учебных заведениях, естественно, в ходе меряют температуру, преподаватели в масках, дети постарше в масках, младших как бы и без масок впускают. Ну, это все индивидуально, короче, надо смотреть эти ситуации, не прям так все планово, но на улицах, например, Стамбула, в больших городах полицейские все это смотрят, чтобы всех были маски и огромные штрафы выписывают. Вот такая история. Что вы думаете? Пишите, что у вас в комментариях в вашей стране по этим ситуациям, которые я сегодня рассказала. Такие сейчас новости Турции. Вот именно эта информация сейчас заботит людей, о чем сейчас больше всего между собой обсуждают, разговаривают, интересуются и сплетничают. Спасибо за ваше внимание, что посмотрели это видео. Скоро увидимся.